Представляем компанию «Полет Сервис», занимаемся производством изделий из стеклопластика, композитов, владеем различными технологиями. Основное наше направление – это производство изделий крупногабаритных для железнодорожного транспорта, маски, элементы интерьера, экстерьера, для локомотивов, для маневровых поездов и так далее. Также изготавливаем мелкосерийные композитные изделия, муфты, элементы ограждений и так далее. Вот. Участвуем в выставке не первый раз. Был перерыв небольшой в несколько лет. Вот. Ну, не только связанный с пандемией, вот. Но после года перерыва очень приятно встретиться здесь с многими клиентами и считаем выставку полезной, необходимой. Много новых, много старых встретили, потенциальных клиентов и существующих. Клиенты, посетители все из отрасли, все достаточно знают, что хотят. Есть перспективное направление сотрудничества по многим направлениям, позициям. Вот. Считаем, что полезно поучаствовали. Вот. Будем рады видеть вас в следующем году. Да, спасибо. Будем участвовать. Добрый день! Мы представляем компанию ИТА. Это польский концевой инструмент для работы по композитам, алюкобондам, дебондам, различным видам пластиков и стеклопластиков. Есть большой ассортимент, то есть это молодое производство, но уже на сегодняшний день сформирован ассортимент, с которым может работать любое предприятие, связанное с авиационной промышленностью, с автомобильной промышленностью и другие, которые работают с данного вида материала. Спасибо выставке, что организовали такое поле, где собралось очень много специалистов, профессионалов в этих сферах деятельности, где можем обменяться опытом, пообщаться друг с другом, то есть какую-то преподнести от нас новую информацию, также получить информацию в виде запросов в том числе. И, конечно же, это действительно интересное мероприятие в плане экономического роста, потому что ту работу, которую мы можем провести за месяц, то есть здесь она проходит буквально за те несколько дней, которые проходит выставка. Серьезный уровень профессиональный, потому что здесь в основном присутствуют главные инженеры, технологи, что касается именно предприятий, которые приходят с запросами на инструмент. Что касается именно коллег, которые стоят на соседних стендах, это тоже действительно сформированные уже компании, у которых есть многолетний опыт и действительно серьезный ассортимент продукции, который они могут поставить на производство. Будем рады видеть вашу компанию в следующем году в качестве участия. Спасибо, взаимно. Будем рады присутствовать на вашей выставке вновь. We'll be right back.
Здравствуйте. Вы сейчас находитесь на стенде компании Carbon Factory. Вот можете увидеть наш главный экспонат. Мы занимаемся полным циклом производства изделий из композитных материалов. От вашей идеи, чертежа до готового продукта. Заходите на наш сайт, заходите в Instagram и приходите на выставку в следующем году. Будем рады видеть. Как вы оцениваете выставку этого года? Выставка бомба. Но на самом деле, я считаю, каждому человеку, кто занимается так или иначе связан с композитами, обязательно нужно посещать такие мероприятия, знакомиться с новыми технологиями, знакомиться с производителями, брать какие-то образцы, естественно, какие-то новые точки взаимодействия, кооперации, знакомства, конечно, это нужно.